Всем привет! Сегодня поговорим о проекте GoEvrica. Целью данного проекта является децентрализация сектора бронирования отеля и обеспечение прозрачности с целью обеспечения прямого общения гостиницы и клиента. Так как финансовые затраты отелей будут снижены, они смогут представить своим клиентам лучшие условия пребывания. Решаемые проблемы. Одной из проблем на сегодня является отсутствие прозрачности в исполнении. Одним из достоинств технологии блокчейна является его контролируемость, и компания Go хочет использовать данную технологию для представления прямого контракта отеля и клиента, так сказать, прозрачности. Одним из плюсов для отелей будет отсутствие в плате за рекламу, так как вся отображаемая информация и результаты поиска основываются на эффективности работы отелей и оценках клиентов. Компания GoEvrica предлагает выгодную программу лояльности, которая же будет использовать технологию блокчейн. Эта программа будет приносить выгоду не только гостинице или клиенту, а двум сторонам сразу. Отели будут выстраивать список своих услуг на сайте компании GoEvrica, где они будут контролировать свои номенклатуры, расценки и прочие функции. В свою очередь, компания предоставит на своем сайте ряд других функций. Далее хотелось бы поговорить о рейтинге данного проекта на различных ICO-трекерах. Например, на таких как ICO-бенч. Возьмем его, потому что он самый популярный. Сам токен будет работать на протоколе ERC-20. Цена токена 10 центов долларов США. Хардкэп 60 миллионов долларов США. Частная продажа 30%. ICO-1 15%. ICO-2. 12,5% и последний месяц ICO 10%. Для оплаты принимаются эфириум, биткоин и доллары, то есть фиатные деньги. Все видите распределение токенов и дорожная карта данного проекта, расписанная на стратегическую перспективу до конца 2021 года, что непременно является хорошим показателем. На ICO-трекере ICO-бенч рейтинг данного проекта 3,8 из 5 по оценкам 15 экспертов. 15 экспертов — это говорит о чем? О том, что у проекта большая популярность достаточно. Сам алгоритм ICO-бенч оценил данный проект в 4,9 из 5. Софткэп данного проекта 4 миллиона долларов США. Я думаю, непременно они его соберут. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.